Друзья, ассаламу алейкум. Многие меня спрашивают, а как накачать челюсть, сделать ее более-менее объемным? Насчет этой тематики я снимал видео. И хочу снова снять видео для тех, кто не видел. Как накачать переднюю часть шеи? Смотрим видео. Таким образом, делаем 4 подхода, 12-15 повторений. После того, как мы закончили переднюю часть, мы приступаем к задней части шеи. Смотрим видео. Снова делаем 4 подхода, 12-15 повторений. После того, как мы закончили переднюю часть и заднюю часть, мы приступаем к боковой части. Именно эта часть придает объем формы. Делаем так. Раз, два, три. Раз, два, три. На каждую сторону по 4 подхода, 12-15 повторений. Обязательно ставим лайк, друзья, пишем комментарии. Хайпанем немножечко.